Вітаю, шановні телеглядачі, в ефірі телеканалу Миколаїв. Як завжди у цій порі програма «Це вас хвилює». Сьогодні нас будуть хвилювати питання допомоги безробітним, адже сьогодні на студії наш сьогоднішній гість – це депутат Миколаївської обласної ради, директор Ленінського районного центру зайнятості міста Миколаєва Руслан Олексійович Жовтоножко. Доброго дня. Вітаю вас, пане Олексію. Перше запитання по працевлаштуванню. Що у нас з цього питання в області? Ну, на сьогоднішній день ми розуміємо, що Миколаївська область дуже багато прийняла до себе біженців із сходу України, а також з Криму. І цих людей у нас мало багато своїх безробітних, плюс додавались ті. Я з вашого дозволу перейду на російську мову, тому що якось мені більш спокійніше буде розмовляти на російському язикі. І якби плюс у нас ще є сільські райони, які теж приїжджають. Ми розуміємо, що в сільській місцевості роботи нету, і люди приїжджають к нам, становяться на учет, тому що на сьогоднішній день, неважно, чоловік не прив'язується до прописки. Можна не прописуватися, а становитися там, де йому вигідно, становитися на учет. І ми обов'язані прийняти цього чоловіка, поставити і предоставити йому можливість вибору роботи. І на сьогоднішній день у нас стоїть безробітних 785 чоловік. С начала года у нас прошло 2300 безработных было. Я уточню, это конкретно по вашему Ленинскому району? Да, это только наш Ленинский район, это только Ленинский центр занятости и у нас. И вот это количество людей, которые у нас вот прошло с начала года, мы их постоянно, каждый там, два раза их в месяц вызывают, если они поставили на учет, подбираем вакансии, работы. Потом посылаем их туда на предприятие, чтобы они посмотрели, познакомились с работодателем. Если устраивает их работа, не устраивает, они устраиваются. Если нет, мы подыскиваем новую работу. Ну, конечно, есть проблема и другая, что у нас есть разные безработные. Есть безработные, которые приходят, и у них есть желание трудоустроиться. То бывает такое, что они трудоустраиваются там, в течение недели, 2-3 дня, даже такое есть. А есть, конечно, ну, недобросовестные, которые работа их не интересует. Они приходят к нам, они получают пособие в течение года и у нас стоят. А при этом они работают неофициально. Ну, это уже про грехи, наверное, нашего законодательной базы, потому что работодателю выгоднее, когда человек работает у него неофициально. Вот это самая такая проблема, с которой ну, мы не можем отслеживать, мы не можем знать, работает, не работает человек. И получается так, такие бывают ситуации, что человек у нас стоит на учете, получает пособие, плюс работает неофициально, тоже получает зарплату. Ну вот такая проблема у нас существует. Ну, как ее можно... Это законодательство должно быть? Это законодательство, да, это должно как бы... Ну, вы понимаете, если работодателю выгоднее, чтобы у него человек работал неофициально, он, естественно, будет это брать. Значит, его надо заинтересовать, чтобы он, наверное, меньше платил налогов, и у него было больше наказания за то, что он берет человека такого неофициально. Тогда можно что-то сделать. У нас нет рычагов, которые мы могли бы там... Проверить мы не можем проверять, да, там работодателя и не можем наказать, у нас нет таких функций. Мы можем только ну, снять человека с учета и перестать выплачивать ему по безработице помощь. Ну вот если брать, у нас, конечно, разные, но где-то в среднем вот мы там есть просчет, сколько у нас человек, за сколько дней он получает работу. Бывает по-разному, но где-то в среднем это 157 дней. Вот в течение 150 дней человек у нас может уже получить 100% работу. У нас, конечно, есть разные варианты, как человек может получить работу. Да? Там мы знаем, что сейчас очень серьезно изменился рынок труда. Если раньше там надо было высшее образование везде, там высокие технологии, то сейчас больше нужны рабочие специальности. И у нас очень много, у нас даже на сегодняшний день открылось курсы. Мы от Ровенского центра профессионально-технического образования. У нас открылись курсы для 20 человек, которые обучаются, это операторы котельной. Вот это как раз сезонная работа, сейчас как раз сезон котельной, которые открываются. И мы под эту программу, сейчас у нас 20 человек будут обучаться и потом приступят до работы. Идут переобучения, мы занимаемся как бы в разных направлениях работы. Это как бы вот так вот. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире, поэтому если у вас есть вопросы касательно сферы службы занятости населения, помощи, которая выплачивается, пожалуйста, телефон на вашем экране, звоните и постараемся наш сегодняшний гость ответить вам на ваши вопросы. Скажите, а какая сегодня, сколько в месяц получают безработные, какая помощь? Ну, есть, все зависит от того, как, сколько человек проработал, сколько у него было отчисления. Если у него самые минимальные, то там есть минимальные 500, 47 и 870.
Вот как бы такие есть, конечно, там еще высчитывается от в зависимости от заработной платы, которые с какими-нибудь отчислениями были. Если большая зарплата, там идут отчисления разные. Там сложно. Тут получается каждый, кто к нам приходит, он приходит с документами, несет с собой паспорт, потом копию паспорта, трудовую книжку несет с собой и институтский диплом. Уже потом специалисты принимают его, смотрят, справки все эти просматривают и назначают ему помощь по безработице. Вот о самом механизме получения помощи по безработице, то есть вот этот пакет документов. Он принес пакет документов, и человека ставят на учет. И все. И все, он стал на учет. И потом уже в зависимости, потом уже с ним работа, подбор ему работы, вакансии. Он как у нас каждый безработный может как сам подыскивать себе работу у нас, и как в помещении нашего есть очень много компьютеров. И ты можешь заходить на сайт, есть в компьютерном виде, есть у нас стенды, которые заходит человек и может просматривать вакансии. Вакансии у нас обновляются, будем говорить так, по мере возможности. Там раз в неделю это точно 100% заменяется, а по мере того их поступления, снятия, потому что мы же понимаем, что каждый день идет обновление. Добавляется, изменяется, как бы все, пожалуйста, все мы работаем для людей. Мы работаем с 8 утра до 5 вечера, в любое время у нас нету даже обеда. Будем говорить, на скользящий, у специалистов идет скользящий график обеда. Как бы людей постоянно принимают. Угу. Просто что у нас вот проблема заключается в том, у нас некоторые люди обижаются, что вот мы пришли, нас сегодня не приняли. Специалисты, как бы все, в них время расписано, и как бы мы просим всегда приходите с утра, чтобы вы получили талончик и в этот же день прошли. Потому что если вы придете там во второй половине дня, может быть, что специалисты будут все заняты. И мы человека вынуждены будем перенести на следующий день. Ну, как бы из-за этого мы просим, что, пожалуйста, приходите с утра. Пришли с утра, и 100% вы сегодня попадете специалисту. Сегодня же вас поставят на учет. Если есть пакет, весь документ. Если каких-то документов не хватает, мы не можем этого сделать. Мы перечисляем, смотрим и говорим, поднесите эти документы, и мы сразу ставим на учет. Если есть желание, человек себе обязательно найдет работу. Человек может исполнить. У нас вот тут, вот, смотрите, у нас есть статистика, что вот за... По сентябрь месяц у нас 943 человека сами снялись с учета. Угу. Это причина, что, ну, есть, понимаем, что некоторые люди там переезжают, там очень большое количество с этих людей, которые сами нашли работу, трудоустроились. Понимаете? Так что, конечно, человек, желающий человек всегда найдет работу. Было бы желание работать. Для людей, которые приехали из зоны АТО, механизм получения точно такой же или нужны какие-то дополнительные справки? Нет, все то же самое, у них даже упрощенная система, их там справка с военкомата, с воинской части, что они были в зоне АТО и все. Они даже у нас идут, будем говорить так, стоят отдельно, у них специалисты свои закреплены в другой отдел и с ними работают. У нас, понимаете, у нас есть четкое распоряжение, что мы больше всего уделяем внимание как переселенцам, так и ребятам, вернувшимся с АТО. Скажите, вот просто интерес такой, чисто журналистское такое небольшое расследование в ходе нашей беседы. Сколько всего больше людей, которые ищут работу, какую специальность они имели до того? Ну, у нас в основном разные есть бухгалтера, есть высшее образование, был мастером. Но как бы уже, вы же понимаете, что человек уже в возрасте, ему наступают молодые, более там перспективные. Вот есть такие люди, вы же понимаете. И нам очень сложно, мы не имеем права человеку предложить ниже то, что он был до этого. Как бы вот с этим сложности появляются, мы не можем ему предложить, мы не можем ему даже громадские работы предложить, чтобы он пошел подзаработал. Как бы вот такие люди стоят. И мы понимаем, что такие люди, которым там осталось от 2-3 до пенсии, естественно, его уже никто на работу не возьмет. И мы вынуждены вот их постоянно у себя там. Они стоят у нас на учете уже до пенсии. Потому что как бы было бытовало мнение у многих, что это влияет на стаж, и это при оформлении субсидий это дает какие-то плюсы. Ну, мы уже потом уже и с соцзащитой общались, и они выступали, нас проводили, у нас круглые столы, объясняли, что стоите вы, не стоите у нас на учете, субсидию вы все равно получите. Там все очень сильно упрощено. Угу. Так что как бы по-разному. А вот, извините, что да, там... Угу. Вот с числа переселенцев у нас стояло 80 человек с начала года по конец сентября. Из них 28 мы трудоустроили. Ну а сегодня стоит у нас 20 человек. Многие приезжают, побыли, куда-то уезжают, переезжают. Кто-то возвращается назад к себе домой. Как бы вот такая у нас ситуация. Кто-то уезжает в другой район. Некоторые у нас уехали в Одессу, там работа больше. Как бы все-таки Одесса, порты. Идет миграция, переселение.
Есть еще одно такое мнение, вот я общаюсь с друзьями, там социальные сети, читаю разную информацию, что сейчас больше, вот если ты хочешь получить хорошую, престижную работу, не столько важно образование, то есть курочка, что ты закончил, как вот эти курсы, которые идут постоянно повышение твоей квалификации. Вы же понимаете, как это влияет? Это влияет, смотрите, даже сейчас бухгалтера, вот тот человек не работал там год-два по специальности, и он теряет свои там профессиональные навычки. Да? У нас уже сейчас на сегодняшний день мы проводим курсы 8С бухгалтеров. Да? Это уже как бы все новые и новые, новые версии. Конечно. А если говорить о юристах, это вообще, они выпали немножко? Ну, юристы, да. Как бы, так что у нас есть. Ну, вот смотрите, у нас в Ленинском районе есть 12 тысяч предприятий. 12 тысяч, да? А всего-навсего вакансий у нас 300. Это о чем говорит? Это о том говорит, что предприятия многие, кто позакрывались. Вот я часто каждый день езжу, вот если у нас на Фейсбуке наша есть страничка, если смотреть, я постоянно каждый день езжу, встречаюсь с руководителями предприятий. И все говорят одно и то же. Плохо, плохо, сокращение, сокращение, сокращение и задержка в зарплате. Как бы многие предприятия, я к тому говорю, что некоторые предприятия закрываются, некоторые работают, сократили до минимума своих работников. И это есть, и никуда мы без этого не денемся. Некоторые вообще готовы закрыться, некоторые перепрофилируются, все работают. Но вакансий нету, мало. Как бы у нас вот 300 вакансий, а 785 человек стоит на учете. Конкуренция, вот, да, я к тому говорю, извините, 2,5 человека на это на рабочее место. Это при том, что вы же понимаете, что стоят люди разные, и сейчас, когда приходит к работодателю, он уже выбирает, ну, лучших из лучших. Так что работу найти очень сложно. Естественно, когда мы проводим, получается, это обучение, переобучение, да, то мы же не можем его просто делать, мы уже делаем под заказ. Вот у нас есть работодатель, который возьмет, вот ему нужны, да, вот есть такие специальности, которые нужны, а нету таких людей, мы их переобучаем. Потому что это тоже затратная очень. Это государственная программа, которая оплачивает, и никто же не будет платить деньги даром. Должно быть под заказ. Вот есть 20 вакансий, есть 20 вакансий. Вот под эти вакансии мы будем только 20 человек обучать, не больше. И потом мы обязаны должны проследить, трудоустроены эти люди или нет. Потому что если нет, тогда это штрафные санкции на всех и на нас тоже. Какая вы серьезная работа. Работать не с людьми, знаю. Но очень сложно. Скажите, вот упомянули, что вы готовите операторов котельни. Еще есть какие-то курсы? Или в данный момент это все? Нет, почему? На сегодняшний день вот это бухгалтера у нас сели обучаться. Потом у нас кондитеры тоже и перекуары, и администраторы. Да, как бы есть много сейчас, как бы по-разному. То переносятся, набираются курсы, обучаются. Это бесплатно идет, да? Для них, да. Если есть работодатель, это для наших безработных бесплатно. Но только под заказ. Вот если есть заявка. И мы заключаем с работодателем, который готов этого взять человека, заключаем с ним договор, он пишет гарантийное письмо, что он этого человека трудоустроит, и только тогда мы можем принять, и человек будет обучаться. Угу. Скажите, если говорить о вековой разделении по годам, больше всего среди безработных молодежи, людей среднего возраста или же пенсионного? Есть и молодежь, ну молодежь мало, она как бы более уже привык, ну, как бы к нашим новым реалиям приспосабливается. Есть где-то от 30 до 40, ну, естественно, от 50 до 60. Это те же, которым уже людей, их никто и не хочет брать. Они не хотят идти на, если там он был мастером или там начальником цеха, он же не захочет пойти там дворником, уборщиком. Ну, конечно, человек. Человек уже не хочет, и уже, естественно, мы его не можем заставить. Вот, вот такие вызываем. Каждую неделю проходит у нас комиссия, те люди, которые стоят очень долго в нас на учете, и мы с ними общаемся, по какой причине, кто же виноват, что они никуда не могут устроиться. Пытаемся найти общий язык, найти как-то их трудоустроить. Это наша задача. А скажите, вот в худшем случае, если вот человек ему предлагает, он отказывается, отказывается, сколько потом ему отказывают на допомогу? Ну, это может много. Мы не можем человека снять с учета. Понятно. Скажите о поддержке безработных. Мы все сказали или что-то, может быть, еще не упомянули? Ну, если брать, у нас, если затронуть тему наших ребят, которые вернулись с АТО,
В нашому районі стоїть їх 27 чоловік. Троє з них трудоустроєні. Два чоловіка відкрили бізнес свій. Та от з нашою допомогою, виходить, вони отримують одноразову допомогу, яка там розраховувалася на рік. Ми одновременно одразу виплачуємо. Чоловік предоставляє там бізнес-план, чим він буде займатися, ми вирішуємо і даємо чоловіку, пусть він займається, відкриває свій бізнес. От таких два чоловіка. Как бы, ну вот по нашим ребятам. Ну, 6 человек, которые принимали на временных работах. Ну, на сегодняшний день у нас еще до конца года у нас работают громадские работы. Это по допомоге соцзащите, оформлению субсидий. Это тоже как бы мало того, что человек получает свое пособие, плюс он получает минимальную заработную плату за то, что он работает в субсидии. Это еще 1300, там сколько на сегодня? 378. Що от как-то так, як люди працюють, я думаю, що це все нормально. Я напоминаю нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире, поэтому если есть звонки, пожалуйста, звоните. А вы упомянули о том, что идет поддержка частного предпринимательства. Вот немножко расскажите об этом. Вот если, например, я безработная, хочу сделать, открыть свое дело, а что мне государство в чем поможет? Вы, если у нас стали на учет, мы вам призначили, что вы можете получать пособие. Вы можете прийти к нам, написать с инспектором, посидеть, посоветоваться, чем вы хотите заниматься. Делаете бизнес-план, приходите, защищаете его перед комиссией центра занятости. То есть просто так деньги никто не даст? Нет, нет, нет. И мы потом уже решаем, стоит помочь вам этому или не стоит помочь, чтобы вы развивались, сами частным бизнесом. Ну, конечно, у нас это приветствуется, потому что когда сейчас все закрывается, в наше время, когда человек идет на такой шаг и решил открыть бизнес, когда все закрывается. Мы же понимаем, что сейчас выжить может только бизнес большой, но не маленький, и начать с нуля – это очень тяжело. Так что мы таких людей приветствуем, даем, выплачивают эту сумму денег. И какая на сегодня эта сумма? Это все зависит от того, сколько человеку было призначено до помощи. Угу. Все зависит от его стажа, сколько он выплат, там, заработной платы, все. Там совокупность может быть разная. А зависит ли, какое образование у человека? То есть, например, если у человека вообще нет никакого образования, он пришел, принес какой-то бизнес-план, хочу. Ну, пусть. А кем он работал? Если у него есть там выплаты по допомоге, ему призначили, тогда да, пожалуйста. Тут ничего не зависит. Высшее, не высшее образование. Если человек желание, если у него там было, есть выплаты, он работал на официальную заработную плату, получал, у него были там отчисления, тогда пожалуйста. Друзья, вот такие замечательные возможности. В принципе, для каждого человека, который хочет что-то сделать, наше государство дает и при поддержке центра занятости. Скажите, мероприятия какие-то проходят у вас? Ну, мероприятий мы очень много проводим. У нас есть как ярмарки, мини-ярмарки. Суть мини-ярмарки, мы приглашаем работодателей. Ну, это, естественно, отдел кадров, или там приходят сами руководители предприятий. Мы приглашаем категорию безработных, которые подходят под эти вакансии, которые есть у этого работодателя. Там человек 10-15, и вот они общаются, и бывает такое, что находят общий язык. И вот на прошлой, или позапрошлой неделе у нас, мы приглашали вашу всемощную группу, у нас была ярмарка, где было три предприятия. Это Теплокоммунэнерго, это зоопарк, и третье предприятие, вот не скажу, не помню, вот они три предприятия, было приглашено 30 человек безработных наших Лейского района и плюс других районов. И с ней где-то человек 10, которые договорились уже приходить на собеседование. Ну, это замечательно, что есть результаты, это самое главное. Ну да, плюс мы проводим еще очень много экскурсий на предприятия. Это разные предприятия. У нас, я как бы возглавляю центр занятости уже 4-й месяц. И мы провели за это время много экскурсий. Это был и бронетанковый завод. Это, так часто и по памяти не скажу, но как бы у нас 5 или 6 было мероприятий, куда мы водили на экскурсию людей, показывали, даже к вам сюда приводили студию, показывали, это ребят-атошников, как бы показать, что не все так плохо.
Сейчас мы пытаемся договориться с Лакталисом показать экскурсию, потому что мы понимаем, что как бы очень сложное время, все закрываются, а некоторые вот умеют, выживают. Мы должны же показывать позитив, что не все так плохо, что надо стремиться к лучшему, надо стараться не опускать руки, а надо работать. Ну, говорят, что кризис это для некоторых это поиск новых возможностей, как нужно что-то подстраиваться, развиваться и делать что-то новое. Ну, это да, но мы, как бы, вы понимаете, мы вышли из Советского Союза, где и сейчас те люди, которые привыкли, что за них государство думало, как бы уже тут больше там 30 и дальше, да, они как бы не умеют. Это молодежь, которая может быстро перестраиваться. Они как бы уже по-другому видят, по-другому на жизнь смотрят. Как у нас еще должно, наверное, пройти время, чтобы мы быстро могли переориентироваться, научиться. Потому что, как мы вчера заезжали на предприятие Павловно-Мастыльных, он работал в основном с Россией, у него были поставки на Россию. Он работал с Мединвестом, фирташевскими предприятиями, ахметовскими. Сейчас вот у него тоже кризис, то, что как бы с Россией он уже не работает, он не может перестроиться, никому его продукция не нужна. Как бы вот, даже вот эти моменты есть, что ну, не могут они перестроиться, мы не можем конкурировать, как бы не занимался никто там высокими технологиями. А раз-два перестроиться не так-то просто. И у него работает 100 человек, он готов, пытается, да, с задержкой, и там у них заработные платы в районе 5000. Как бы по-разному все, одни получается, других не получается. Руслан Алексеевич, скажите, пожалуйста, если у наших телезрителей возникнут какие-то вопросы вот, по поводу оформления, документации, куда они могут позвонить, куда они могут обратиться? Ну, Ленинский центр занятости наш находится на улице Школьная 2А, это за вторым роддомом, рынок Колос. Пожалуйста, приходите, всегда вам рады. Очень рады, да? Приходите. Ну, будем говорить так, как я областной депутат, мне немножко легче работать, потому что связи как областного депутата, где-то общественной работой занимаешься, делаешь свою работу, встречаешься с людьми, объясняешь, что ну, у нас очень пассивные люди, очень пассивные. Как бы я встречался в эту субботу в Октябрьском и с балабановскими людьми, у них проблема, нету дороги, нету освещения улиц, и нету там в 8 домах нету воды. Я им попросил, говорю, хорошо, напишите на меня подання, и я же сразу же быстренько этим вопросом займусь. Uh-huh. Уже на сегодняшний день у нас среда, никто ничего не пишет. Но я же не могу за них что-то сделать, да? А почему так? Ну вот я не знаю почему. Вот логика, да, они пришли и раскричались, вот все вы такие одинаковые, все вы плохие, все вы не делаете. Я говорю, ну поймите правильно, на зарплату я не могу повлиять, да, на коммунальные услуги я не могу повлиять. И вот проблему, смотрите, у вас нету дороги. Вам сказали, что ее сделали, а ее нету. Ну давайте будем вместе добиваться. Вас поменяли столбы освещения, сняли старые плафоны, новые не поставили. Ну так давайте это в наших возможностях, мы это можем добиваться. В этих домах нету воды уже, там сколько-то лет вы мучаетесь без воды. Так давайте будем вместе добиваться. Пишите, я готов бороться. Ну не могу же я за вас это сделать. Они даже не хотят написать. Ну вот такая у нас пассивность народа. Я думаю, что сейчас нас посмотрели, может быть, все-таки напишут. Ну, не знаю я, как бы. Это же для себя. Вы же понимаете, это от них зависит. Я понимаю, что многим не верят, да, что это все слова. Я понимаю, что даже мы, как депутаты, там очень сложно что-то добиться, потому что, ну, вот такая у нас система. Мы там, я уже сколько, 22 года независимости, у нас много чего меняется, а система только усовершенствовалась, бюрократизм. И как бы год после Майдана не так все слишком не изменилось. Все много списывают на войну, но все в наших руках. Было бы желание людям делать. Да, это замечательно. Было бы желание. На такой прекрасной ноте мы, наверное, завершим сегодняшний наш эфир. Друзья, сегодня у нас в гостях был депутат Миколаївської обласної ради, директор Ленинського районного центру зайнятості міста Миколаєва Руслан Олексійович Шуфтоножко. Дякую вам за зустріч. Я для себе багато цікавої, корисної інформації. Вважаю, що нашим телеглядачам також було дуже цікаво. Дякую вам ще раз. І вам спасибо, що пригласили. А вам на все добре. Дякую, що були поруч з нами. До нових зустрічей в ефірі.